Коноп не АФКС, что танк. Он сказал, что это лед. Ну кто там, не знаю, психопанк Индии в этот. Врывайся. Моровин, дернешь у него командира. Иннер Хазараку раздать. Психопанкс. Ладно, Моровин, держи весь трэш. Командира милики оттягиваем. Не, ну вообще молодцы, конечно, заебись, АФКшите все. Есть место в РС? Нет. Занятно, уже нравится. Дайте столик. Я пока не могу прочитать это заклинание. У меня уже достаточно таких предметов. Давайте танки врывайтесь, командира, что дерните. Мели какой-то командира, дерните всех командира, играйте. Этим деревом. Мне нужна помощь. Дайте рост. Это заклинание еще не готово. Играйте массами через пробудителей.
Идите, трэш вместе, там кто-то троих танчит. Ну как хотите. Что, тебе дали столик? Я не знаю, я не уверен. В Артвейдере с кулонгой, как они за пульну на пулю. Ну закинь тогда ханта об этого, блин, одного во тьму, я буду в свету. Какая разница? Ну, не знаю, тебе так Элимом надо, да? Тебе на Элимах какая-то шмотка? Да, да, да. Да, последний, на третий спек. Так вот, ну тебя... А. Сейчас скажу. Как после РС-ки, еще одна РС-ка будет, чё вы? А чё за шмотка? А, давай, давай, а нет, подожди. Короче, делайте что хотите, мне пофиг. Проебетесь на пулом, ваши проблемы. В смысле, а что ты делать хочешь? Так нафига вы сейчас будете четырем шаманам КД вешать? Следующую можно будет сходить, там уже совы не будет. Че, последняя резка что? Еще одна будет, может потом еще одна соберется. Завтра ты еще резки будет. Шаманов вообще наплюшают до хрена. Шаман 50 человек в натуре в льде. Дайте шкаф. Да, ясисто. Так что мы бафом разобрались, паладин это МК, прото, войд МП5, а кто аглы, карты там разобрались, а кто каски, кто кулак бафы, там разберитесь. Давайте фулл бафы. Пою гимн оману. Котя, разве лем не фуловый? Мне на рестаршаму тканевый запанан. Давайте все готовы, короче, танки кто-то начинайте. У меня так-то инфоловый. Так играл бы он. Маша, в Reddit жирен, ты правда нарываешься на этот ответ? Эти среды выносите. Так она тебе ничего плохого не написала, это Стёп так-то. Так, ну давайте, психопулс. Основу танчит, кто там Моровинд первую копию, Капа вторую копию, то можете добафаться, пока идем. Каску. Там мана есть, начинай дека. Перед мордой не стойте. Сколько танков сейчас у нас? Три. Двое сильнее страдают. Давайте хилим танков, сейчас вихрь будет. Ну, бывает. Клеймен, ресни Никона. Клеймен, Никона, ресни. Валяется где-то сзади. На 35 танки прожмитесь хорошо. Ну, там умер, можете встать и бежать. Дайте Никону нидер.
Ты людей на лед кидаешь? Ну, два льда, ты шо? Здесь на 7 хп общее, то есть если на каждого доты раскидать, то ДПС больше будет? Да. Да. Спасибо. Без вас я бы долго не продержался. Это... Не суманите меня к боссу, пожалуйста. Так, подождите, начинайте там без меня, я отошел на 2 минутки. Там это, если что, протопал не в инсте. Оно не подвергалось такому штурму. Лапку дайте на руины. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут... Разорвало достойных союзников. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лица. Ваня там в центре стоит, нет? Ага. Он стал без него начинать. Мне неведомо... Нет, в центре инста, то есть этот босс запустится, нет? Да, да, да. Не, скорее нормально. Рубиновое святилище пало. Кто уголы и кал, как из оскола, кто каску. Так, дайте шкафчик. Да, подходите. Пишите там как-то на проспект 0, куда я... Куда ИП будет получать? Сейчас баф пока не давайте, ДК сумнем. Так, давайте все тут можно хубафы давать по танкам. Маравин, танчишь первый, начинаешь, заходишь по тьму. Психопункт, танчишь големов, внутри фазе холёных големов.
Так, хилы, Войд, Хазарак, в свету, все остальные во тьме, во тьме. Никон подиспелит в свету. Танра, не, хотя не, давай катапульта подиспелишь. Чё? Шо, ну катапульта в свету подиспелишь. Третью фазу или первую? Третью только. Ну, Войд и Хазарак, свету, остальные все во тьме. Клеймин, фолли заливаешь, Танра, Хазараку. Нет, там заливаешь маршрутички, Хазарак, выйдешь в свет, там манефия будет, там через рыв будем бить, все нормально будет. Так, ну давайте сюда вроде смотрим, что по бафам не хватает. Ваня, прото всем раздай, лапку дайте. Прото, лапку дайте. Войд и Хазарак свету, остальные все во тьме. Чек на пул. Давайте, что там с первого трая будут ВП давать? Что там не хватает, Марат? Танра, что не хватает? Давай. Клайман кому дает маны? Во тьме. Да хер его знает. Фули заливай. Скажешь, когда будешь готов макрос там. А что за макрос, Нейдер? Ну давайте, все готовы, заходим за линию, ДК начинай. Четвертая пати, кроме демона, остается добивать. Близко возле Халеона, не стойте дальше, отойдите, первую метку хвосту выносите, через хвост возвращайтесь, Хазарак. Бежим. Смотрим, как лужа будет разливаться. Так, лужа в рейд. Большой, ДК. Протопал, прижмись. Только ЛПшки работают. Блядь. Ну... Так, все, падайте. Таунты и хватка ничего не работает. Давайте, встались, бежали. Че там, ЛПшки только бить надо, таунты же не работают. Че, первый раз, значит? Походу. Слышишь, мы его поставили в свет танчить, короче, слышишь? И вы его поставили танчить в свет, вы что? Упоролись? Не, просто если человек первый раз танчит, вы объясните ему все нюансы. Не, тебя не слышно, ВК. Не слышно. Ну давай тогда танчи. Первую фазу начинаешь, заходишь во тьму, а Моровинд Халеона с Галема уж танчит. Ты думаешь, Моровинд танчит? Не знаю. У него еще хп очень мало. Ну тогда все по-старому остается, будем ЭП это фармить. Танчить Галемов. А только ЛПшками. На третьей фазе выходит Халеон, там как обычно его агришь, кидаешь ЛП, кровоотвод ЛП. Ну там знаешь как, когда метеор будет выливаться, кидаешь две ЛПшки на голема. Он будет, короче, на тебя идти. Ну и так будешь ЛПшками агришь. Когда будет перебежка в свету, надо будет прожаться. Или незыблемость, или кровоотвод. Ну, под дыхание зеленку прожимаешь, там, кроват, вот. Какое. Будем учиться, значит. Давайте кушать рыбу. Я помню, когда Войд, ты мне писал, что это бесполезный талант для ДК. Я писал, что это бесполезно?
Где-то в году 15-м еще, походу, если не ошибаюсь. Так у меня БДК тогда не было. Бесполезный талант для ДК, он качается только до 1.8, когда ты играешь против шатера и такое. Когда начинается холивар, этот талант убирается, и ПВЕ он нафиг не нужен. Не знаю, нафиг вы его качаете. Давай, я чек на пол. Удобно в обоз забирать. Оп, все равно падает от холёна 11 метров всегда. Райт близко стоит. Да нет, с этим... Фрейм они никогда не стоят так, дальше. Так, давайте, все готовы, заходим за линию. ДК начинай. Да, большой вылазит из метеора, когда падает. Лол, блядь. Смотри, ДК, который Алимов танчит. Псих. Короче, ты в печеньке будешь стоять. Только под метеор не попади. И потом побежишь на ту сторону. Кулонга выноси. Бежим. Близко не подходи. Моча за какой-то деф один отдать и идти на ту сторону, как обычно танчится. Смотрим лужи в рейд. Как рейду близко не подводи, чтобы мелкие не росли. Все, у тебя отходи к стенке на нашу сторону. Кальк выноси. И вот так вот набиваешь агро ЛТшками и так танчишь. Ты готовься ловить следующего, когда метеором будет? Да, сейчас. И нас будет, тут где мы, короче, стоим, сейчас будет падать метеор, с него вторую вылезет. Там можно на какой-то деф отдать. Клык можно отдать, например, хорошо спасает. Так, смотрим, бежим. Вот там, где метеор падает, сейчас будет опять падать, этот вылазить. И потом словишь ЛТшками и перебежишь в нашу сторону. Ту же вред. Ник Андреса Эртвейдера. Колонга выноси, на пула трэша нету, аккуратно. ДК во тьму не заходи. Свет, играйте РД по мелким, милики по мелким, РД по большим. Дайте Никону каску лапу пристабав. Не заходи, подожди. Все, ДК, заходи. Блять, куда вы лезете? Рейд, заходите быстрее, Машулечка, вставай. Идите психолайза. Первый слово. Кремень, Тандра, заходите. Машулечка, вставай. Ты тут? Она не встает. Надо, ну... Тем кремень. Короче, во тьме останетесь. Шаманы, Машулечку выйдем, резнем потом... Ну что, и Марат вернет. Раз здесь может резать. Тандра, резай Машулечку. Хильте, Войд, хили, хили. По шаману... Подожди, не заходи, стой! Блять, ну куда? Лол, блядь. Заходим. Влад номер два. Да-да-да. Так, три шамана, два шамана остаются во тьме. Короче, выйдем. Клемен, риснешь Машулечку. Заливай тейнер своим хилам. Опять же так же зайдет, отвечаю. Да закройте рты, фула выноси. По ходу лезвий. Падайте. Ну вы, блять, какие-то. Не стыдно, блять. За каждый трай доп ЕПГ. По 100 ЕП за трай. А я взял в рейд, думал, заебись все будет. Видос идет, идет не видос. Чаман, что ты там убираешь, не посмотрел? Придома не было, пожалуйста, или что? Два раза, как падает Машулинка, а я ей буду в ВК в паянке все время кидать. Чаман, как ты упал в фула? Там Фридома не было, или тебя не захилили? Фридома не было, и хила тоже не было. Я это отдал. Вы будете метки хилить? Паладины, разберитесь, кто первый фридом дает, кто второй фридом дает. Варень, а у меня вот фаталити пишет Unknown. Если смерть анкнован, это значит лезвие. Убежал в лезвие, то есть он просто не смог уйти от него. Так, лезвие, ты посмотри, пожирание у меня. Минус пожирание, но как, смертельный удар от лезвий. Смертельный удар от лезвий, считай чат рейдовый. Лезвия нету. Где лезвие, покажи мне. Там нету лезвия. Там он просто умер от этой херни. Я у меня сейчас убежал, кинул себя быстрину, у меня 50% настал. Пока убегал, я сдох все. Правильно. Ну ладно.
Давайте фулбафы все тут, не косясь чем. Пулечки не было, рейпер стрелял просто. Когда метки выносим, там ником метки захиливать, омоложение, покровительство и восстановление. Две ходки кидаешь, потом покровительством хилишь. Заходим за линию, чек на пул. Кто первый фридом кидает паладины? Ну, насчет фридома я не знаю. Но вот, блядь, чего не хватало. Если твой третий, то значит, твой первый. Ладно, давайте все готовы. Заходим за линию. ДК начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. И псих, там когда танчишь двух големов, там подавай какие-то дефы. Когда один кончается, можно второй дать, только незабиленность не отдавай. Когда хрен будет выходить на фазу с тьмы, отдашь незабиленность, и потом ЛП-шка мяса решил. Притяжка, потом ЛП. Бежим. И смотри внимательно, если этот будет на БДК метеорка. Катапульта выноси. Да, если метеор будет на тебе, то ты поворачиваешь халёна на рейд на одну четверть. Сегодня лужа прям драйвово льётся. Угу. Давайте отходим от Халиона, дальше Сталис и Консокс выноси, возвращайся потом. Бежим. Смотрим, как лужа будет разливаться, смотрим. В рейд. Там, когда все хилы зайдут, почему кроме хапала, там можно по дефе отдавать. Так, РД, переключитесь больших. ДК, сразу заходите, рейд скажу, когда заходить. Заходите, рейд. Возьми печеньку, встаньте. Ваня, ты бьёшь через рэп? Ну да, только что ударил. Скажите, когда заходить можно будет. Заходить. Угу. Там, Ваня, капа, покажи, как Халиона детаунтить. Давайте, все в печеньку становимся, пропускаем лезвие, ближе к морде выносим. Метки нету, так что нормально. Заливайте иннер своим хилам. Да, иннер. Пятьдесят два готовьтесь, катапульта будет диспелить. После лезвий, после метки. Смотрим метку, потом только будем выходить. Только не в портал. Машулечка, выноси. Ходим в свет. Блять, да не в портал да же. Номер 3! Падайте. Да, я прям чувствую, прям та... портал, какая там у Димы Джариона эйфория от этого, блять. Просто он там, блять, просто. Блять, Маша, что с тобой? Че ты так тупишь жестко? Это просто, да. Это, бля. Лучший день моей жизни. Три тупо за два трая. Может там отдохнуть хочешь, там есть кем заменить, если что-то не так. Ой, видео, пожалуйста, нарезочку мне в ПМ.
походу у меня подключили. Дима Джерри, он там просто куклу Вуду взял, уже ножом проткнул пару раз. Просмотров, походу, заебись будет на этом видео. Нормально форманула ЕП, короче. Я не смотрел твои видео, но это я гляну фул. Да меня что там плохо слышно в РК? Да заебись слышно. А чё ты смеешься, Маша? Чё у тебя за проблемы? Как у тебя дела там? Нормально? Уже это не Маша. А чё за хуйня у тебя? Да ладно, нарезните меня, будьте добры. Да напали на Машу, наоборот, дайте девушке расслабиться. Она там психует, нервничает, как не закосячит. В панике. Весна у нее. Если тебе ставочки на четвертый затуп. Лол, блядь. Не танковать, не хилить, там 55 карт отправил. Дайте мамонт. Это ты где? Кстати, Сэндер на телефон лежит на канале. Да, фласочка на ДД не помешала бы. Давайте чек на фул. А что там по хилу? Она хоть хилит? Сочувствую, это не Маша. Там, с этим или ляньте, она хилит вообще чем-то. Судя по хилу, это Маша, все нормально. Димон просто, блин. Давайте, все готовы, заходим за линию. ДК, начинай. Нету кусочек с хвостом, возвращайтесь, Войт. Бежим. Смотрим, лужа будет разливаться в рейд. Не, не в рейд. А, да, Дыка, когда будешь колёду на второй фазе танчить за лемой вместе, то когда трэш будет идти, не отдавай хилки. И деф не отдавай, можно до трэша отдать, но не во время трэша, когда он идет на рейд. То есть метеор падает, там большой вылез, ты сразу даешь там, так, бежим. Был, алё. Сейчас. Есть там у кого-то БР еще? Да, есть. Нарезай меня. И все. И, стой, не резай, подожди, есть там еще кого-то БР? Я не знаю. Давай, резай Клемен меня, там резай Second Sox. Бейте халёвано все, там 1% еще. Во тьму никто не заходите, резайте прям сейчас. Так, ДК заходи. Рейд заходите. Ваня, пускай там ханты и роги дадут первый на пул хороший на ДК, когда выйдут свет. Так они и так дадут. Скажите, когда зайти.
почту сходить. Дайте там какие-то бафы в престол и локом. Там каску, лапу такое. Ой, блин. Что с тобой, Войт? Да ничего. Дима, выносил. У вас то, что тяжелые рейды были, чего такие какие-то не очень? А их не было в районе. 52, готовьте свет после мески, после рези будем выходить. Не знаю, пацаны, как у вас, но мой день сделан. Смотри, метку только в портал не идите. Кремень. Давайте, выходим свет. Я не спойлерял. Да-да. Рос свету. А Инер, ты будешь сегодня же? Так должны были дать. Что, не дали? Нет. Там два шамана нормально. Дадите тотемочки себе. Так, смотрим, метеорит. Бежим. Сейчас можешь какой-то деф отдать или не зыб. Какой-то можешь, короче, отдать, пока трэша нету. Сурил качками по. Ребят, сори, вытянула. Так, давайте все РД больших, милики, маленьких. РД больших, милики, маленьких. Рост по тьме, свет холёна, не бьем. Там Арт Вейдер должен был поместиться. Арт Вейдер, иди к заднему порталу, скажут тебе, зайдешь. Иди к заднему порталу, скажите, когда ему зайти можно будет. Бежим. Свет не бьем, свет стоп. Фридом только хилам даем. Свет не бьем, холёно, выноси. Скажите, когда зайти можно будет. Проходи. Фридом только хилам, метки там хильте хорошо. Свет не бейте, холёно, вы чё? Танк во тьме, прожмися. Хилы там будете выносить, прожмися. Карты даже каплю на метку. Свет не бьем, холеона. Бежим. Так, давайте свет нужно подбить, холеона чуть-чуть. Смотрим лужи. Лужа в рейд. Две штуки. Играем по трэшу. Это для Пети Большого. Тьма стопать, у нас холёна отрезаны. Клемен выноси. Играем по холёну. Танку падаем. Падаем. Как там актуалы умерло? Она забежала на белую метку. Но она хапнула стаки вот горами. Она слишком долго выходила, а потом она очень долго выходила из большого уже. Ну да. Нет, там двойная метка была. Она уже в конце сделала. Вот муравин до тебя растет. Нехило. Пешечка. О, хорош, Ванёк. Ты просто делаешь день, просто не знаю, как это назвать. Это уже плюс, Войт, ну это должно видео быть у меня в ПМ. А сейчас ты за что? Ну, то, что метку на первой фазе никто из пяти хилов не подиспейлил. Я её вообще продиспейлил. Ну, когда ему уже умер. Ребят, подождите, я зайду. Что-то меня выкидывает. Да, заходи. Чего с игры не выкинула? Дайте там мамонта, если есть.
хилботе приоритет единичка, это самый высокий? Не знаю, честно. Думаю, я не пользовался. Здесь там рыба у кого-то. Чё, подождите, не бафайте, сейчас приз зайдет. Дайте мамонта, алло, чё вы его убрали? Где ж ты он, блин? Играют статики на Вармейне, они лут делят как в ППГ, они типа жмут, мне это нужно. Тоже так будем делать, мне это нужно. Дайте рыбку. У нас Клод оставил рыбу, сейчас займет. Давайте, суд можно фулбаф давать. Ставить медленно. Больше всего боятся из-за напула, в итоге дохнут люди вообще по-другому. Да. А как кто? Вот, вот и договоритесь между собой, кто? Ну, первую фазу вообще-то хилы диспелят, 5 штук. Да, да не, нахуй, ну, один, да. Давайте не будем диспелить, нахуя надо диспелить? В смысле, это не означает только на третью фазу. Первую фазу где-то хилы диспелят. Ну и кто может сам себя диспелить, сам себя диспелит. Но если там один кто-то не диспелил, а второй не постраховал, то это ваша вина, короче, всех пятерых. Ну все правильно. Чек на пол. Чего там, Носферату? Ты знаете, как геометрическая как прогрессия? Мы дали 3 трая, а Маша дала 5 затупов. То есть, так типа, она вырастет где-то к концу до 10, я думаю. Конечно, она не вырастет. Давайте, все готовы, ДК, заходи. Это спор, Ваня, это спор. Это точно спор. Начинай, ДК. Что, дискон? Да нет. Ага, это вроде. Не хотите свалить от фрейма босса? Никон, выноси. Станьте дальше от Хариона, смотрим. Метеор сейчас будет, бежим. Смотрим лужа. Лужа вреет. Не, не вреет. А, не вреет таки. Ха-ха-ха, как я вас наебал. Метеор, уйди, бежим. Милик, уйди, блядь. Вы заебали. Смотрим, метеор, лужа нормально. Сумасход, ты с нами? О, блядь, проще прикинуться, что вылетел. Так, давайте бьем Халёна. 2% еще бить. Так, ДК заменять, ДК зашел, рейд заходите. Давай тотем во тьме туда остались, выходить не будешь. Ладно. Скажете, заходите.
заходите. Давайте заходим. Так, Инер своим хилом заливаем. Здесь не тотем остается. Это пульта по ходу движений. Пропусти лезвие. Опять не было Инера. Нет, там просто друидов. Столько не хватает. Дайте паладины руки на Машулечку. Дайте ей руки. Давай, ставь тотем по Югине. Смотрим метку, потом только будем выходить. Ну, Сферату выноси. Все, выходим в свет. Рост цвету. Свет метку ровно назад выносим. Отойдите от Халёна близко там, стойте. Казарак, выноси, БДК прожмись, свет. Так, метеор смотрим, бежим. Рост во тьме, Халёна свет не бьем. Артвейдер, что ты, блядь, свет выходишь? Ты ж первая пати, смотрим лужи. Свет не бьем, рост во тьме. Рост во тьме. Играем по-большому, Артвейдер и... Рано, рано. Блядь, да чё вы... Играйте по-большому, свет заходи. Только Халён. Заходи, иди, задний портал. Танра, Ареса и Никона. Second Socks, выноси, Халёна не бьем, свет. У нас за хилу не хватает от него все. Сейчас Никон зайдет. Скажете, когда зайти там, уйди в задний портал. Стоп, Халёна не бьем, падаем. Это пиздец, ребята, моя вахта. Сколько еще таких героев? Блин, там просто заходится. Тан, распекайся в Эрдру, с меня похилишь. Блять, судя по хилу, там не Машулечка хилит, потому что это хил вообще не очень, фула перехилил. Так, она так и хилит, Ваня, просто когда она в райде, там всегда два топовых хила страхует, ну ты посмотри. Так Машулечка, она же нормально хилила всегда. Она же, ну, нормально играет. Ваня, ты никогда не смотришь на активности на это. Там просто с ней всегда нормальные хилы в паре, и все. Если ты ее поставишь с неопытными хилами, там жопа будет. Артвейдер, ты в свет не выходишь, ты там все время остаешься во тьме. Зигслар, заходи. Могу метать не очень много домашних клубов, давай. Привычка выходить. Вот этот, кстати, Артвейдер, ну, уже который тратит, ты все время выходишь в свет, ты, ну, какой-то сумасшедший, походу. Кто у тебя сейчас хилит, друид? Танра и Никон вдвоем. Не, Никон, ты тоже спекайся в Эрдру. 6 хилов, что ли? Да. Вы тоже... Так говорите, фула перехилил. Фула хилит Рейдин, если приста, я сижу на танке, в чем проблема? Да-да. Ну, Полина умерла, а Рейд просил, я все. Я буду кидать цепуху, а потом будут ко мне предъявы, то что я не хилила танка. Да все, сейчас что, ну, так... получается, 4 хила в тебе будет, да? Да, ну так Рейд хилится, ну, я такие, цепуха в Рейд, и две волны на танка кидаются. Да не, Хазрак. Давайте лавы. Что-то не хватает. Лавку дайте. Давайте чик на пул. Пойдем без совы. Там или месте. Возьми. Это рыбу даем. Там пула Танера. Хотя же дикап пришел. Это теперь у нас вот.
нас вот тут, алё, ДК первой пати. Ты опять вылетел? Да нет, он написал. Что-то шо? Да, окей. Что там, смысл тут подходи, я там тебя кикнул случайно, пати прими. Не страшно, Води, всегда есть олчаты с уроныч, которые собирают 5 РС. Можно? Да, потому что вот они, понимаешь, вот смотри, я объясню. Они бисовыми персонажами не идут в герейт, потому что у них нет ПР. Они набирают шмот, потом все ходят в рейды с Ауронычем, там, а потом у них упало, ну, ГП просело, они фармнули немного ИП, опять гильдии что-то унесут и опять ходят, ну, ходят с пугами. Типа. Там никто с нашей гильдии не ходит вообще-то, ну кроме меня, потому что у меня дофига персов. Там фокус никакой, а да, еще псих иногда зовет. У меня 16 персонажей предбисовых, у меня на все РС у нас гильдии персов хватит. Сумасход, что? А, Кремен, заливай иннер маршрутички. Кому-то заливал, машулечки заливай. Ну да, он овканул. Вон возьмите за Луана Варом. О, кстати, сумасвод вернулся. Сумасвод отписал. А, вот. Твой самосход, подходи, я там видел, что ты написал. Давайте чек на пул. Горн. Самосход, Машулечка. Давайте, все готовы. Заходим за линию, ДК начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Дайте горн. Близко здесь Халена не стоим, дальше отведите милики. Бежим. Смотрим, лужа вреет. Не, не вреет. Пойдите далеко трэш на первый хвост. Зиксвар выноси. 30, это твоя ловушка была сейчас. Где я? Ну, нормально, короче, стояла, да? Сейчас по всему трэшу попал. Метку хвосту через хвост возвращайтесь. Стояло здесь, не знаю. Бежим. Смотрим лужи. Вреет. Так, РД. Бейте Халена, а то не успеем перевести. Халена больше бейте. И в Халена играйте, там 1% еще. Сейчас метеор будет падать. ДК сразу заходи, резко жук это зайти. Играйте по мелкому трэшу пока.
На рейд заходите. Там, Вань, не подходи, чтобы будет за их не хилил, может там не обновляет частицу. Я не обновляю, когда там один танк танчит. Так-то пускай хилит меня, частица висит. Скажешь, куда зайти? Подходите. Сходим, там доты добьют. Так, заливайте инер там, Кеймин. Селфиш, выноси по ходу движения. Так, давай после метки спою гимн и фулла дашь тотем, только после гимна. Окей. Так, давай тотем. Дал. Процентов 51. Чё молчите? Все, смотрим, выходим в свет. Рост цвету. Цвет первая метка ровно назад выносите. ВВ. Бежим. Смотрим лужу. Греет. Так, тотем выноси. Росом по тьме. Свет только по халену играем. Свет, ну, только трэш бьем. Да-да, только трэш бьем. Клона выноси. Давайте халёна переключились. Да, я поманю. Бежим. Так, смотрим лужа. Нормально. Так, давайте по трэшу играем. Кого-то выноси. Играем по халену. Так, мне походу процентаж затопал. А, вот все нормально. К подашь на переходке капсу на ПДК. Бежим. Тьма, стопаните чуть. Просто поедете чуть. Смотрим лужа. Вреет. Все, можно играть в свет, тьма. Давайте свет по трэшу играем. Давайте трэш бьем. Свет только трэш бьем. Халёна вообще не бьем. Можете по мелкому сыграть. Так, не бьем халена, сейчас метеор будет. Поворачивай, нарить, поворачивай. Смотрим, метеор сейчас будет аккуратно. Лужа вреет, две штуки. Хорошо, надо отвести. А мелкий трэш чуть дальше отводи. Так, свет только по трэшу. Только трэш бьем. Большие и маленькие. Давайте только трэш бьем. Бьем халена, но сфератус выноси. Сам себя. Так, бежим.
Свет не бьем, свет не бьем. Смотрим лужи. Рейд, две штуки. Большой, большой ДК, большой, большой. Саша, мелкий трэш, уводи, уводи мелкий трэш далеко. Далеко мелкий трэш, уводи. Только трэш бьем. Додал гимн, живем. Отведи мелкий трэш далеко. Только трэш бьем. Поставь под хвостом вон. Только трэш бьем. Тангра, хитьте БДК, дайте коту гимн на ХП. Гимн на ХП. Так, Халёна не бьем свет, добиваем мелкий трэш. Только мелкий трэш играем. Зюк, Свар, ну, выходи в свет. Бежим, 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 выходи в свет быстрее. Трэш напуливаем, добиваем Халёна. Зюк, Свар, выходи. Дайте напулы на танков. Выходи в свет и фулл ДД в Халёна. Только Халёна бьем. Дайте гимн на ХП, если есть хильте БДК, Войда хильте, все хильте. Хильте Войда. Выходите все в свет, добивайте во тьме уже там, пробуйте добивать там 60%. Пробуйте добивать. Давайте. 800 тысяч добивайте, пробуйте. Не успеем, наверное. Падайте. Хотя он не отхилился. Падайте. Оксан, погоди. По-моему. Да. Блять, там все, что можно было. И метеор, и войд, и трэш, и те попадали. Че вы попадали? Вот ДК не стаунтил, ну че вы там начали врываться? Я тебе говорил, моба надо самое главное забрать. Проебал моба, проебал, все, пиздец. Моб. Этой партии так хилы там, куда тебе кидать? Моб, который падает, большой голем, это твоя основная задача забрать. Если ты его проебал, то пиздец рейдер. Сейчас бы убили. Да, просто такой... смотри, Вань, когда вот в пятой пати он вот тотем гимнем вот, ману зальет. Того, чтобы... А, в принципе, да. И знаешь, Ваня, что бы я говорил сделать? В натуре Марата, ну, Никона спекнуть в ДД, а Марата оставить, Марат там затащит во тьме. Да не надо, сейчас хоть тьма не падает. А мне эта фигня не вкачанная, нормальная видео. Так, там Марат затащит в натуре. Так, ладно, давайте, закрыли три, давайте фулл бафы. Я еще раз микнул. УДК вкачанный. Кровавый удар. Повелитель рун смерти, что регени толпа не вкачан. У меня тоже не вкачано. Кирова. Да, релогайся пока. Что-то БМ сбался. У меня гайд есть по БДК, можешь посмотреть. Бля, еще...